Здравствуйте, в этом видеообзоре покажу вам жилой комплекс «Паруса». Дело в том, что здесь продается двухкомнатная квартира 64 квадратных метра, которую я сейчас вам хочу показать. Ну и небольшой экскурс по жилому комплексу, если вдруг вы первый раз только слышите вообще про этот жилой комплекс, ничего про него не знаете, вот немножечко вам порассказываю. Смотрим. Так, ну вот смотрите, я сейчас нахожусь во дворе жилого комплекса «Паруса». Перед вами два корпуса. Это первый корпус. Он уже давно сдан, заселен. Соответственно, сейчас сдался второй корпус жилого комплекса «Паруса». Вот я вам его показываю. Перед вами стилобат. Это, как таковая называется, крытая парковка. И на крыше которой расположены спортивные и детские площадки. Очень удобно, экономит место, экономит территорию. Ну и дополнительные, допустим, места для автомобилей, которые защищены там крышей. То есть тоже считаю там круто. Вот такая дворовая территория. Территория ограждена. То есть заезжают машины по специальным пропускам. Вот такая вот входная группа специальная будет у жилого комплекса «Паруса». Застройщик «Северная компания» строит этот дом. Так, по ориентиру город Рязань, выезд на Солочу, торговый центр «Премьер». Вот недалеко здесь перекресток Грибоедова с Есенина. Тоже, в принципе, близко к центру. В ту сторону северная окружная развязка, то есть в правую сторону поехали без светофоров, пробок, в Дашково песочную, там, в Дядьково, то есть туда, куда угодно, в Кольное. В левую сторону поехали в центр, в Солочу, в Конищево. Тоже очень удобно. За какие-то минуты там можно в любой район города доехать, что тоже важно. Но если вы в центре работаете, тут вы вообще находитесь в самом центре. Квартиры есть в наличии еще вот во второй очереди. Осталось немного, но пожалуйста. Вот одну из которых я вам сейчас попозже продемонстрирую. Также с правой стороны идет строительство жилого комплекса «Паруса». Третья очередь. Тут очень интересная планировка. Если будет интересно, как бы спрашивать, я вам тоже как бы расскажу. Так, что у нас? Смотрите, такая плитка, дворовая территория, рядом готовый бассейн, пожалуйста, если вы пловцы, за своим здоровьем смотрите, любите плавать, пожалуйста. Вокруг, вот в той стороне там не видно, я вижу, как тут «Пятерочка», там круиз рядышком, вам рассказывал, там «Лента», куча магазинов, «Макдональдс», вот в ту сторону один детский сад. Вот прям если через «Паруса» третью очередь вот прям пройти туда, в ту сторону, работает детский сад. И в ту сторону опять показываю, тоже детский сад и школа. В принципе, все тут рядом, все для жизни как бы нормально. И центр, и развязка, и множество магазинов, и детские сады, и школы. Если не знаете, повторюсь, или вот, допустим, вам расскажу. Это вот такого вида, помойка, да? То есть, смотрите, закрытая, то есть такой подземный такой резервуар, в котором ничего не валяется, вороны не растаскивают, собаки тоже не таскают. Так, с вами пойдем сейчас во вторую очередь. Здесь именно вот эти двухкомнатные квартиры, 64 квадратных метра, которые я вам продемонстрирую. Ну, пошли со мной. Так, вот сейчас вам покажу подъезд вот этого как раз жилого комплекса «Паруса», который сдан. Ветер поднялся, поэтому уж плохо слышно. Ну вот смотрите, вот такие вот классные почтовые ящики. Вот такой вот крутой холл. Тут даже вот скамейка декоративная. Окна. Так, кто не видел, все равно покажу вам. То есть вот такой подъезд, такая входная группа. Тут даже есть специальное место, чтобы помыть собачкам лапки. Это вообще круто. Я сам собачник. То есть это как бы классно. Это место для консьержа. Но это если желание изъявят жильцы, соответственно, будет и такая услуга организована. Сейчас на первом этаже. Конечно же, он такой показательный. Вот он. Так, смотрите, посмотрели вы планировку вот этой двухкомнатной квартиры, жилой комплекс «Паруса», сданный дом. Так, сейчас это лифтовой холл 30 этажа, где как раз находится эта квартира. И мы с вами как бы идем. Смотрите, как тут все классно, качественно.
Северная компания строит именно вот так. И мы с вами сейчас находимся на лестничной площадке. Смотрите, какие цвета. Я считаю, что это очень классно. Жить в таком доме. То есть плитка, стены, потолок. То есть мы с вами идем как раз в эту двухкомнатную квартиру. Так, нас встречает хорошая металлическая дверь. Заходим. Так, этот коридор здесь широкий. То есть квартира с большим широким коридором. Куда можно, кстати, спрятать все шкафы, которые бы вы разместили в комнатах. И там и купешку то же самое, сюда здоровую можно воткнуть. То есть расстояние достаточно такое вот серьезное. То есть вот смотрите, проем дверной, да, сколько он, 60 сантиметров, чуть не помню. Это больше 60 сантиметров, там, больше метра. То есть сюда шкаф, сюда что угодно. То есть у вас такая большая, широкая, широкий такой коридор, где можно спокойно встретить гостей. Никто не толпится, никто друг друга не загораживает, и проходить уже в квартиру. Ну и пойдемте с вами по квартире слева направо. То есть здесь санузел, больше 2 квадратных метров. Сюда можно и стиралку, сюда можно и умывальник, и все, что хотите. Так, здесь нас ждет 15-метровая, сейчас настроится, 15-метровая комната. Сейчас вид из окна вам покажу. Это перед вами первая очередь жилого комплекса «Паруса». Вот так вот на город будете смотреть. И в эту сторону. Вот так вот классно. Так, это такой у вас будет вид из окон. Так, и мы с вами двигаемся. Так, заходим еще в одну комнату. Она приблизительно метров 16. Ну, такая же конфигурация, чуть там больше. Вид из окна такой же классный. Так что идем с вами дальше. Так, смотрите, это я опять в коридоре, вот вошел, одна комната, вторая. Коридор упирается, еще один санузел, тоже большой, квадратный. Ну, то есть, с санузлом, с ванной комнатой можно себя побаловать, поставить и большую, не знаю, какую-нибудь угловую, и душевые кабины всевозможные, все тут как позволительно. 10-метровая кухня. Вот тут газовый счетчик стоит. Так, плюс у нас лоджия, окно в пол, сейчас вот любят почему-то, что боком будет в пол, пожалуйста, если нужно, вот такой у вас вариант. Ух, тучки собираются какие, смотрите, уже была угроза дождя, но что-то прям миновало. И вот вид из окна, соответственно, вот сюда, в сторону Солочи, вот Солочинское шоссе. В сторону Рязани туда. Там перекресток Грибоедова-Есенина, то есть туда сам центр. В принципе, все тут рядышком. Так, закрываю. Закрываю. Вот такая вот классная квартира. Жилой комплекс «Паруса». И самое главное, что дом сдан. Купили, получили ключи и делайте, пожалуйста, себе ремонт. Ничего ждать не нужно. Так, ну смотрите, видеообзор заканчиваю, показал вам двухкомнатную квартиру. Тут, кстати, есть еще несколько вариантов квартир, если нужно, обращайтесь. Будет вообще нужна информация по ценам, планировкам вот во второй очереди комплекса или в третьей, которые сдаются позже. Ну и, соответственно, там планировок гораздо больше и наличие квартир гораздо больше. Обращайтесь ко мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Также пишите вайбер, ватсап, скину вам цены, планировки, пообщаемся. Очень помогает, если люди находятся не в Рязани, а в других регионах Российской Федерации, или даже вот иногда продаются там люди за границей. Так более-менее общаемся. Ну, какая-то обстановка по квартирам, по ценам, то есть для людей как бы становится понятно. Внизу под роликом по традиции оставляю ссылку на цены, планировки на сайт. Ну, сами посмотрите, нужно вам, не нужно. А так, в принципе, наверное, ролик все завершен. Всего вам доброго. До свидания.